Привет всем, друзья! С вами я, Алексей, и мой канал «Обзор товаров с Китая». Друзья, сегодня мы с вами распакуем посылочку с сайта tmart.com. Здесь необычный агрегат, здесь, как бы сказать, зарядное устройство на солнечных батареях, наверное, от солнца, которое работает вот так вот. Выглядит это все вот так вот, посылочка наша. Пришла где-то за, по-моему, за 22 дня, 4 дня на белорусской таможне, оценена в $11. Цена на сайте 35. Давайте-ка скрывать. К сожалению, наверное, проверить сейчас именно не получится, потому что у меня тут как бы солнца нет, такой день, как бы сказать, темный, но... Проверим все в обзоре. Сейчас только распакуем. Обычный пупырчатый пакет. Так, вот так вот. Такую вот мы видим панель. Вот она, да. Написано, от USB работает. Что тут 600 миллиампер. В общем, сейчас посмотрим. Можете почитать, кому охота переводить. Ну, на 7 ватт. Есть еще, можно выбирать более, как бы сказать, мощную, на 18. Я так понимаю, что сама площадь вот этих солнечных наших панелей будет больше. Ну, это, как видите, все работает. Вот. Ну, давайте-ка открывать, чем это. На коробку-то заострили свое внимание. Мне вообще интересно, будет работать или нет. Так. Все. Все. Коробочку нашу в сторонку. И теперь... Сразу у нас вылетели переходнички, мини-USB и всякие разные. Ну, сейчас покажу вам более подробно. Или ладно, давайте начнем все-таки с этого, это нам более интересно. Так, ну, сделано, видите, да, прикольного такого материал под военку немного. На электричке открываем. Здесь сразу нас встречает USB. Опа. Все скажу, что это увесистое все такое. Так, запах. Запаха. Да, запах тоже такой присутствует. В общем, а что за пленочка какая-то смешная. В общем, вот так это как-то выглядит. Мы кладем, открываем нашу вот эту солнечные наши панели. Кладем на солнце. Подключаем зарядник, ну, в смысле, телефон, планшет, может, пауэрбанк, наоборот, можно для него зарядить. И все, и заряжаем наше устройство. Так, в комплекте у нас вот такой вот удлинитель. Ну, как и в старых пауэрбанках, кто помнит, помните, вот такой вот разъем с другой стороны. И уже в него мы вставляем, вот тоже переходнички такие есть. В данном случае это... Микро-USB, мини-USB и, я не знаю, там какая-то Nokia Mini. Ну, в общем, вот, да, вот такой маленький. В общем, что я могу сказать, что, ну, здесь вот обычно USB вставили свою зарядку, и, в общем-то, эти переходники вам, в принципе, не нужны. Скажу, что я думал, что, возможно, они сделают какой-то кармашек для того, чтобы, как бы сказать, телефон... Ну, такой засунуть, и пускай он там лежал бы. А тут надо как-то его наверх класть. Если он будет на солнце лежать, тоже как бы не очень хорошо. Ну, можно, в принципе, под низ спрятать. Вот такой вот агрегат, друзья. Не знаю, сейчас солнышко нет, так что проверить возможности нет. Ну, я думаю, в скором времени проверим с вами на улице и снимем, посмотрим, какой он там ампераж он выдает, это зарядка, в принципе, за сколько она там что-нибудь зарядит, хотя бы более-менее подробно. Ну вот можете посмотреть более-менее поближе, под какой-то пленкой, ну все это такое увесистое, ну и складывается прикольно, как бы, в принципе, должна быть полезная вещь, вот так вот, все компактненько. Спасибо, друзья, за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте большие пальцы вверх. Не забывайте про Инстаграм, Твиттер и группу ВКонтакте. Пока, друзья, всего вам доброго.